Рыбакит папа рисует. Арт-часы. Пришла зима, наступили холода, а я беру и рисую на часах. Это такие классные арт-часы от фирмы Игрокрафт, и я сегодня рисую на черных часах. Я часто рисую на черных часах, есть белые и золотые, но мне больше всего черные нравятся. И сегодня я рисую и хочу сделать и подарить вам новогоднее, зимнее такое настоящее настроение. А как это делать? Вот так вот мы можем это сделать. Написали 12639 по бокам, взяли мелок и нарисовали, к примеру, снеговичка. Немножко красненького для радости. И вот уже снеговик радует. А еще самое интересное, что это такие полезные штуки. Ты нарисовал и рисунок и повесил его на холодильник. Это здорово и классно. Все порадовались, но здесь можно это сделать по-новому. И многие будут смотреть на твои рисунки. Здесь я нарисовал слева большую-большую елку, справа тоже, маленький домик для моего снеговичка, может быть, Дед Мороза. И поэкспериментировал все, что я вспомнил про Новый год. Маленькие домики в лесу, подарочки, конечно же. Надеюсь, что мне тоже Дед Мороз принесет подарочки. И можно рисовать вот то, что я хочу сегодня. Сегодня у нас зима и зимнее настроение. Я рисую зиму и зимнее настроение. А когда-то у нас будет, лето, весна, и я буду рисовать лето и весну. А здесь слева и справа я нарисовал снежинки, немножко ветра, немножко снега идет. На черном это особенно и классно выглядит. Напоминаю, что легко смыть это все влажной тряпкой и тут же нарисовать новый. Если это что-то не получилось, стер, нарисовал. Добавил стрелки, в комплект, конечно, идут. И у тебя радостное новогоднее настроение. Ты готов. Твоя комната тоже готова к новогоднему празднику. Подписывайся на канал, заходи по ссылке в описании. 30% скидки, если тебе нравится такие часы ты можешь получить по слову кит латинскими буквами надо писать. Родителям советую такое смотреть, потому что действительно интересно и полезно.